Привет, прогрессивный народ. Это истинный следователь. Добавление кучи обзоров про роутер Huawei 8245, по-моему, аж на канале у меня был. Там Ростелеком смошенничал то, что две антенки, там N-стандарт, 300 мегабит. И реальных там два канала пространственных, 40 мегагерц ширина канала есть, и должно быть в одну сторону один поток около 150 мегабит. Ну, 150 может и не получить. Сейчас тариф у меня 100 мегабит. И около 100 можно получить. Вот. XBit. Это профессионалы. Нашел я для примера роутер Asus RTN, он диапазон 2,4 ГГц, стандарт N, 87-89 дает, видите, 87, с адаптером они его использовали, TP-Link'ом каким-то, 4800 тоже с антенками, по-моему. Сейчас у меня Huawei USB-шный, самый простенький, без антеннок внешних, но два потока, он поддерживает там. Две дорожечки вместо антенн. Здесь беспроводной в провод 87. Из провода в беспровод 89. Так, прочитаем человека. Человек пытался разобраться. Видно, не дочитал. Wi-Fi не может скорость реальную 100 мегабит. Ну вот, вот только что я показал, 87-89 у них. Так что почти что может. Вы пишете в идеальных условиях 65. Идеальные были, потому что подтаскивал я прям в 15 сантиметров. И ноутбук, и адаптер второй, либо сам роутер подтаскивал. Это видно в роликах. Они находятся рядом. Сколько повторять? Они рядом, рядом, рядом. Поэтому все это не важно. Про помехи, что говорить, да, человек помеха сбрасывает сразу сигнал. К чему здесь это? Устройство часто я тестирую, да в основном тестирую рядом. Сейчас роутер висит за стенкой 15 сантиметров твердого бетона, еще наискосок. То есть получается, если наискосок бетон, он как бы утолщается, понимаете, сбоку. То есть это пол метра бетона. Что еще написано? То, что пишут на коробках. Да, это установление скорости, реальная другая. Но реальная вот какая, я сказал, а вы пытаетесь сказать, что 15, ну 30 там иногда бывало. Это зашибись. Нет, это прямое мошенничество. Охуеть, какое мошенничество от Ростелекома, потому что он, сука, мразь. Берет бабло и срет на народ. Гнида бандитская. Ну, потому что государство бандитское. Будем его разносить. Так, невозможно слетать на Луну. Ну, к чему это? Я прежде чем тест делать, читаю. Читайте дальше, если не дочитали. Ну и вот. Сейчас я покажу. У меня провод отключен, видите, Ethernet, Ethernet отключен, беспровод включен. Это сраный Huawei 161, не очень хороший адаптер, не очень, но он работает кое-как. Так, вот. Но роутер за стенкой, он здесь у меня, я мог бы это показать, ну да ладно. Не буду. Так, спид-тест. Здесь я нахожусь. Хостинг в том же самом городе. Пинг должен быть около 5, но он мне что-то побольше по Wi-Fi он должен держать. Ну да ладно. Проверяем. Пинг
6, круто, хорошо. По проводу там 3-5. Это беспровод N стандарта, не 5 ГГц, 2,4, 99 Мбит. Исходящий что-то дурит из-за Huawei, ну этого USB адаптера 161 VS, там, по-моему, модель от 50 до 70. В общем, можно тоже как иногда получить из 90, будем говорить, 90-95. Прекрасно получается. Роутер за стенкой. Что тут еще обсуждать? Да, в большую фирму приходишь, и тебе скажут, ну вот это вот чушь, там волны перерываются. Ну тут же вся методика объяснена, не дает средних значений вблизи. Ну как бы они и в характеристиках четко не прописывают. Кое-как где-то на далеком сайте Huawei я нашел, что это стандарт N, там две антенки. Как бы чувачки-то продумывают, в паре работают, Ростелеком и китайцы. Миллиарды получить и особо ни за что не отвечать. Что-то, если какие-то нормальные вещи, я же не буду выдумывать на них. На этом все. Больше уж я думал, закончили тему с Huawei, с Ростелеком. Хотя у меня появился сейчас новый роутер проводной. Про него коротенький обзор сниму. Всем пока. Слово прогрессу. Ростелеком и Huawei обманывают.